Приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда Шторм. Я продолжаю играть на проекте Родина РП, сервер Восточный Округ. И сегодня мы с вами попробуем подняться с 1 миллиона через казино. И посмотрим, получится это у нас или нет. Бывало, когда у нас получалось с 1 миллиона поднимать и до 10 миллионов за серию, потом с тех 10 100 миллионов и так далее. И посмотрим, получится ли у нас сегодня поднять хотя бы с 1 миллиона 10, ну или мы все проиграем. Поэтому, парни, смотрите ролик внимательно, запасайтесь печенюшками. Также где-то в ролике будет розыгрыш, поэтому смотрите ролик внимательно. Но если еще не начали играть со мной на Родина РП, сервер Восточный Округ, то как начать играть, и вся инфа есть в описании. При регистрации вводите ник Хасбиг Шторм, который даст вам плюшечку, и про промокодик Шторм не забывайте. Ну что ж, я не буду затягивать, а мы полетели. Итак, ну что, я в казино, бюджет сегодня 1,2 миллиона, и надеюсь, что этих денег нам хватит сегодня подняться, и надеюсь, что мы сейчас все сразу с вами не сольем, поэтому давайте сейчас остановимся за столик. Здесь уже сразу играют по 1,2 миллиона, но сразу залетать в банк как-то я боюсь, вдруг все проиграю, поэтому давайте сейчас с вами поищем. Подождем какую-то нормальную ставочку, или может сами поставим, если у нас выпадет такая возможность. Посмотрим сейчас, сколько играть за этим столом. Так, а что, и тоже 1,2? А вот 2 миллиона за этим столом. Ну ладно, давайте подождем, может сейчас мы с вами поставим и с вами выиграем, надеемся на это, что сегодня нам повезет. Итак, наконец-то я могу поставить, ставлю 250 тысяч для начала, и давайте, не знаю, там в 5 или в 6, сколько можно, кстати, максимум, вроде 5. Окей, давайте в 5, 250. Графу падает у нас девяточка сразу, Гоше падает тройка. Ой-ой-ой, ну есть шансы пока что. Ну, уже Вадиму падает 11. Сейчас, если нам падает только либо 11, либо 12, то мы с вами выиграем. Пашке пятерочка. Ну и давайте бросаю четверочка. К сожалению, да, первые 250 тысяч мы с вами проигрываем. Ну, не такая уж и большая сумма. Еще миллиончик у нас есть. Еще с миллиончика можно попробовать подняться. Поэтому надеюсь, что сейчас нам повезет. И с этого миллиончика мы с вами сделаем 10 лямчиков. И было бы вообще просто офигенно. Окей, давайте ждем с вами какую-то игру. Либо поставим сами, опять же, либо не знаю как, но попробуем камбэк. Здесь у нас сыграет по 2,3 миллиона, но это как-то очень много для нас. Ну, понятно, потому что у нас бюджет всего 1 миллион. Кстати, напишите в комментариях, с какой минимальной суммы вы максимум поднимали на Родина РП. Мне будет очень интересно узнать и почитать. Ну, например, я максимум с 1 миллиона, ну, не за один раз, а доходил до 200 миллионов. Вот, можете зайти на канал, там есть у меня куча роликов по Родине, по казино, и посмотреть. В некоторых роликах я реально с 1 миллиона доходил до 200 миллионов, даже чуть больше 200, и там сливал. Окей, пока что нету никаких игр, поэтому давайте сейчас будем с вами ждать и куда-то залетим. Так, здесь у нас по полмиллиона играет, но я не успел залететь, поэтому давайте с вами сейчас подождем опять какую-то игру на полмиллиона и попробуем реально туда залететь и попытать свою удачу. 50 тысяч, блин, не успел. Ну, смотрите, здесь тупо чувачкам на 50 тысяч 12 падают, капец. Полмиллиона, полмиллиона залетел. Так, пацанам падает бомжу шестерочка, Дэвиду девяточка, Софии четверочка. Окей, давайте бросаю шестерочка. Мне падает, да, и, к сожалению, у нас еще минус полмиллиона. Ну, не знаю, с полумиллиона, походу, у нас не получится камбэк, но если получится, то это будет просто какой-то трындец. Реально, кстати, давайте для вас сегодня разыграем 700 азкоинс абсолютно на любом сервере Родины. Просто подпишись на канал, поставь лайк и напиши любой крутой интересный комментарий по теме ролика. Также, ну, можешь написать, сколько ты максимум поднимал на Родине, либо сколько максимум проигрывал. Ну, то есть это тоже такой интересный комментарий, будет очень интересно узнать. Итоги давайте на 100 лайков, поэтому прожимайте лайкосики, зовите друзей и так далее, чтобы вы смогли узнать итоги в следующем ролике. Окей, давайте ждем с вами следующую игру и попытаемся туда залететь. Что же, залетаю на полмиллиона у нас в 5. Ой-ой-ой, бомжу падает шестерочка, и мне падает пятерочка. Да, это фиаско. Пацаны, сегодня у нас не получилось, к сожалению, подняться с 1 миллиона. Ну да, и бывают такие неудачные недели. На этой неделе нам вообще что-то не повезло. Но надеемся, что в следующий раз нам повезет. Напишите, с какой суммы вы бы хотели увидеть, чтобы я зашел в казино. Мне будет очень интересно почитать. Ну и также пишите какие-то крутые работы на Родина РП, которые я могу проверить, или какие-то крутые способы заработка. Будет очень интересно узнать от вас. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.